Всем привет! Вы на канале Милана Стар, и сегодня будет очень-очень крутой ролик. Поэтому перед началом ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сегодня у нас влог о том, как я лечу в Дубай не одна. Мне кажется, кто подписан на мои соцсети, тот уже видел вот этот вот ролик. Мне страшно очень. Короче, я выбрала тактику говорить прямо в лоб, чтобы долго это все не оттягивать. Короче, я приглашаю тебя на совместное путешествие в Дубай. Отель, билеты, это все мы сделаем. В январе. Больше скажу тебе, в Дубай мы потом поедем в Абу-Даби на концерт Blackpink, у меня уже есть билеты. Я прошу. Это не пранк? Это не пранк, правда. Мы уже выбираем отель, билеты на концерт Blackpink. Я могу тебе даже их отправить, показать. Там все есть. Ты летать на самолете умеешь? Я пригласила с собой в путешествие подругу Милану Некрасову. И сейчас я еду на вокзал ее встречать. Я очень волнуюсь. Я ждала этого очень долго. Скрывала от вас я это 2 месяца. И я безумно счастлива. Ребята, мне только что Милана написала то, что ей осталось 10 минут. И ее поезд приезжает. Мы приехали на вокзал, и сейчас пойдем к поезду ее встречать. Ребята, поезд приехал! Скоро будем петь песню. Это я в Дубае, и я сейчас отдыхаю. Да, так богато, я это не скрываю. Я в шоке. А потом летим на Blackpink концерт в Абу-Даби. Всем пока. Милан, какая у тебя была реакция, когда я тебе сказала, позвонила и сказала, что мы летим? Я сначала подумала, что это пранк. Ну, типа, ты такая, это такое лицо, я такая... Что, вообще, Дубай, что? Концерт, что? Ты понимаешь, типа, я никогда не была за границей, просто, ну, не считая Абхазии. И тут я лечу, типа, в Дубай, причем без мамы, без кого-то вообще, я одна. Надо сказать кое-что фанатам, которые, агрофанатам, которые не разрешают нам идти на концерт. Идите в жопу. Вот так. Милусята, кстати, 18 февраля, совсем скоро, у меня будет большой сольный концерт в Москве. И мы с командой Япи решили разыграть 10 билетов на мой концерт, а также личную встречу со мной. Правила очень простые. Тебе нужно зарегистрироваться в Япи, снять как можно больше видео под мой новый трек Барби со своими любимыми игрушками, поставить хэштег Милана Стар Барби, чтобы я смогла заметить именно твой ролик, и тот, кто снимет больше всех видео, получит мой приз. Итоги конкурса 17 февраля в мой день рождения, поэтому поторопись и сними как можно больше роликов в Япи. Мы летим в аэропорт, едем. Едем в аэропорт, а потом летим в Дубай. Пока. Встретимся в самолете или в аэропорту. Ну да. Ну короче, да. Вот, пока. Отдайте мне мой чемодан, пожалуйста. Это невозможно, это просто кошмар. Как тяжело. Как мы делали? Сейчас, let's go. А, нет, давай еще раз. Раз, два, три. Let's go. Ну что, мы прошли уже там регистрацию, все вот это вот, да, понятно. Ничего все, не понятно. Все мы багажники там ждали, вот эти чемоданы. Упаковали. Упаковали. Да. 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 Простите, сейчас просто час ночи у нас такой. Да. 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 Расскажите, и что мы делали? Ну, короче, сравнивали Дубай с Сочи. Я думаю, это одно и то же место. А сейчас на 360 развернешься и на выход. А 360 ты, по сути, вот так сделаешь и прямо пойдешь. Хорошо, на 180, окей. Ну, это немножко ошибка такая. Короче, мы снимали лайки, мы
очень такие миленькие трендики поснимали. У нас не получалось, собственно, попытки. Все потные, мокрые, вонючие, и вообще мне жарко. Милана потеряла планшет. Мы стоим у входа в самолет. И я такая: Милан, ты же загрузила фильмы на планшет, да? А где мой планшет? Я на главное планшет. Смотрит в кармане. Нашла планшет? На сиденье, да. Ты такая вообще нормальная. Взяла, оставила планшет на сиденье. Вот наши места. Так, я сейчас делаю обзор на наши места, на бизнес-класс. Я уже всех напугала, то, что ты планшет потеряла. Да? Да. Я не потеряла, я вот там осталась. Мне еще такая говоришь: Милан, все, быстрее, быстрее. Я такая думаю: ладно, ладно, я вообще про планшет забыла. Короче, давай обзор наших мест. А тут у нас такое сиденье красивое, ну, наверное, как-то тут кнопочки, штучки, тра-ля-ля. Тут телевизор, карманчики. Вот такой вот вид, пока еще никакой. Вот, на этом уже как-то классно. А мой ген потерялся в игрушке. Он грустит, а я плачу в подушку. Милый мальчик, прости, выросла твоя подружка. Дай Барби. Всем спокойной ночи. Мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае. Мы прилетели в Дубай. Мы забрали чемоданы. Сейчас идем в машину и поедем в отель. Ура! Ребята, мы приехали в отель, и мы сейчас заселяемся в номер. Наш. Наш номер личный. Да. А тут есть стена? Нет. Жесть! Ты даже когда моешься, прикинь, тут не перекрывает ничего. А нет, тут есть. Ну, по сути, ты... А, нет, тут есть. Тут есть дверки. Ух! Тут ура. Есть дверки. Это наша кровать. Ну, какова красота. Жесть! На светопарус! Вау! У нас все видно просто, смотри. Просто прикольно. Круто. Потом красиво будет. Я предлагаю сейчас снять обувь и прыгнуть с ребенком. Раз, два, три. Ой! Куда ты на меня прыгнул? А ты? Милусята, мы тут лежим, загораем. Ань, расскажешь про этот? Что с тобой случилось? Я ударилась в бассейне о плитку. Дом. Смотрите, что у меня с губой. Уже легче даже стало. А еще мне откололся почти зуб. Покажи. Вот этот. Этот лохаинно, короче, вот тут. Там, короче, трещина небольшая, и хорошо, что он у тебя не отвалился. Угу. Да, он бы мог отвалиться. Короче, ребята, мы сейчас на первом ужине, и Милана включила эфир, прямую трансляцию в лайке, вот тут чат летит. А еще я позорилась перед работниками, перед моими хабибами. Ну вот, ну, надо быть подписанным на наши соцсети. И тогда вы бы были в курсе уже давным-давно. Ребята, мы сейчас приехали кататься! Тут вот сейчас не интересно. Ты хороший парень, но немного заигрался. Я пошла вперед, а ты на паузе остался. Так, всем привет. У нас какой третий день в Дубае. Мы сейчас едем в спа. Потому что тут ужасная погода. И мы не можем на улице находиться вообще. Да, очень холодно. А там есть крытый бассейн и вообще классно. Там сауны есть, очень все. Еще, ребята, расскажу вам про вчера. Короче, мы поехали кататься на багах. Пустыни, делать фоточки классные. А после мы поехали в специальный лагерь, чтобы увидеть шоу-программу, поесть какую-то еду. И самый прикол в том, что мы уже берем там еду какую-то, что-то я сижу, хочу взять телефон, понимаю, его нигде нет. Я думаю, ну ладно, в машине, приходим в машине телефона нет. В итоге он у меня, оказывается, выпал на дороге, а еще был адский дождь, и дорога, песок. Где бы еще чуть-чуть, он бы утонул под песок.
и мы бы не нашли телефон. И просто спасибо большое водителю, который смог найти. Это мы, короче, побывали в спа, и меня, знаете, что удивило? Дайсон. Тут фен Дайсон в обычном спа. Короче, давайте я вам быстро сделаю ролик, обзор. Тут, короче, переодевалка такая. Здесь Милана переодевается. Тут у нас холодный бассейн и горячий бассейн, джакузи. Вот, обычный бассейн снаружи. Сейчас покажу вам, что тут. Тут баня. А тут хамам. Мы там посидели, а тут душевые кабинки. Ребята, мы пришли на аттракцион «Охотники за привидениями». Что делать, блин? Мы пришли на следующий аттракцион. Отель Трансильвания. Как тебе предыдущие «Охотники за привидениями»? Прикольно, только у нас залагал там немножко. Да, у нас видео, короче, некоторые не отобразились. Друзья, мы пришли на самый страшный аттракцион. Просто смотрите, там мертвая петля. И мы сейчас... Я испугалась. Мы сейчас пойдем на этот аттракцион, да? Да. Ну что, let's go. Вау. Мне сейчас становится чутка страшновато. Тебе как, Милан? Мне страшно. Страшно. Это ситуация кринж. Мы перепутали горки. Я перепутала горки. И повела нас с Миланой на какую-то 3D фигню, где нам еще не дали очки. Всем не дали очки. Вот, сейчас идет дождь какой-то, но я считаю, что мы просто должны пойти в итоге на тот аттракцион. Короче, ребята, мы были в зоне Шрека, там очень классно, там был всего лишь, не смотри, один аттракцион. Сейчас мы были как приручить дракона, но там пока аттракцион закрыт на время, мы позже туда вернемся. А сейчас самая классная зона Мадагаскар, Милан, смотри. Я тут уже была. Просто, ребята, смотрите, какая красота. Так, мы сейчас идем. Ой, тут кто-то проехал наверху. На очень страшный аттракцион, он очень классный, я пока не волнуюсь. Почему он закрыт? Закрыт? Какого фига? Почему все аттракционы, на которые мы хотим пойти, закрыты? А нет, тут не аттракцион. Где-то в другом месте должен быть вход. Короче, мы идем. Просто зацените, как тут классно, как тут красиво. А вот тут я не помню, что было. Вау. Тут анимации даже. Ребят. Что, рассказывай, как тебе? Я в шоке. Вы бы видели Милану. Я просто угорала всю поездку над Миланой, потому что этот аттракцион, он, короче, очень быстрый, прям капец. И он резко просто взлетает. И Милана такая... Мы тут в такой компании. Не зовите меня гулять, если ваши гулянки не такие. Милан, я тебе парня нашла. Thank you so much. Заигрываешь с ним? Да. Ребята, у нас тут проблема. Мы с Миланой, получается, взяли поесть. Ей принесли просто такой большой цезарь, смотрите. Но она все его съела. Потому а мне? Листья я только жевала. Там курица только 3 штуки было. Ну вот, а мне принесли просто ведро. И тут дофига всего. Я не могу вообще съесть. Мы едим уже 20 минут, если не больше. Я вот съела верхнюю, она прям вот так вот была горочкой. Я прям вообще не могу. Это прям жесть какая-то. Ну что, оставляем тогда? Деньги на ветер. Ребята, идем покорять Кунг-фу Панда. Я не знаю, платно это или нет, она здесь. Так, ну все это, парк закрывается. Мы, ребят, не успели на две горки, потому что парк закрылся за полчаса до того, как мы думали. Вот, и нам говорят то, что 8 закрытия парка, а в 7:30, оказывается, все аттракционы закрываются. Мы очень... расстроились. Да, мягко сказано. Но зато мы смотрим, что купили. А мы купили сладости. Милана будет есть сладости и не будет есть теперь правильную еду. Я одну штучку съем. Попробуем. Стоит, покупает сумку.
so much. Я о ней очень давно мечтала. Я купила себе оранжевую сумку Дизель. Ура! Я не очень давно мечтала. Усят, это я просто жесть. Мы сейчас ходим по магазинам. У меня отваливаются не только руки, но и лопатки. Просто я сейчас вся развалюсь. У нас дофига всего. Вот тут вот 40 пакетов в одном пакете. Тут еще мои вещи. Я еще вспотела, потому что я в таком свитере решила переодеться. Но это, короче, жесть. Короче, это просто жесть. Лусят, это просто жесть. Лусят, это, короче, жесть. Мы сейчас зашли в магазин косметики, наконец-то купили себе нормальное что-то. Смотрите, это все наши вещи. Это даже не все наши вещи. Вот у Миланы тут еще что-то. Тут еще у Миланы пакет большой. Короче, это просто жесть. Ребят, если честно, мы даже не представляли, что Дубай Молл настолько большой. У нас сейчас случилась истерика. Нервный срыв, мы, короче, идем. У нас просто дофига пакетов, и мы идем такие. Мы в очень большом магазине сладостей, ребят. Это пипец. Это маленькая часть еще. Ребята, снимаю, у меня 3%. Это все Миланина. Это все мое, но тут пакеты в пакете. Это просто капец. Мы потратили почти все деньги. Сейчас пришли в Starbucks. Вот, я, кстати, еще хочу купить какую-нибудь кружку. Вот, просто последняя у меня 3%. Смотрите, как я рада. Милан, вставай. Милана, вставай. Милан, ты сегодня идешь на концерт Blackpink. Помнишь? Вставай. Let's go! Ребята, мы решили сделать две части влогов. Сейчас вы посмотрели первую часть из Дубая, а вторая часть выйдет уже 11 февраля. Вы увидите там концерт Blackpink, парки аттракционов и много всего интересного. Вот, а финал этого влога я забыла записать, поэтому ловите прощание, концовочку с Абу-Даби. Очень всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на наши соцсети. Да, да. Подписывайтесь, пишите комментарии, хоть они закрыты, важно. Пожалуйста, да, пишите. Колокольчик. На колокольчик обязательно. На колокольчик, на телеграмму, на соцсети, которые нельзя называть. Разграм. На наши лик-лики. Лики. Лики. Милана Некрасова. Милана Стар. Подписывайтесь. И всем пока. Мои пуси-куси. Ляльки. Который час, где я потерялся.
Милусята, мы решили сделать так. Вы получите с Эмиратов целых 2 влога. Сейчас вы посмотрели первую часть, а следующая часть выйдет 11 февраля. Там вы увидите концерт Blackpink, парки аттракционов, много всего интересного. А сейчас вы увидите финалочку, но мы ее записали уже после концерта.